пожаловать на прохождение игры Shadow of War или Middle Earth Shadow of War, или я не знаю, было просто называть Shadow of War, так быстрее и легче. Вот, мы вчера, прошлой серии захватили на новую территорию, я уже не помню, как она называлась. Я только что на нее написал, уже забыл. Вот. Ну вот, будем сейчас захватывать еще заводы какие-то, смотрите-ка. Так, куча заданий. 5 операций по спасению своих. Вот еще красота. Ёпра. 1000 уже дадут. Так, вот тут у нас точка. Тут точки разбросаны в середине, вообще ничего нет. Наверное, логичнее всего сбегать сюда. Тут нам тоже сейчас придется армию собирать. Сейчас, наверное, пройдем основные сюжет, ну, основные эти задания. У нас заполучить XP. Просто мы без уровня тут никуда. Сейчас 30-й получим, будет зашибись. Я могу в соло пойти сюда, но... что-то не очень будет. Соло тащится такое, ой. Не понял. Тут скала. Тут обойти, наверное, можно. О, я так и думал, что сейчас найду эту фигню. Я знал, что ты найду. 9 штук всего лишь? Что-то тут маловато, там было обычно 11. This amphora, it is older than it appears. Just as well we reclaimed it then. The Yorks would sully it with their grog. Так, берем башню. Прикольная локация будет, скорее всего. Все, будем искать запчасти. И потом то нападать. Окей. Зашибись. Я все нашел. Тиэл. Поблизости это... А, вот паучиха. Паучиха, где? Where a second was? Блин, написано, что это тут. Вообще-то на карте. Ё-моё. Да там в бездну спускаться.
Вход в этой дыре. Ладно, пошлите. Че? Нет, то есть сначала этого заберем. Зачем скрытно лучше бегать? Нам не нужны лишние люди. У меня еще один вопрос. И куда они это запихали? Говоришь, что тоже где-то под землей. Так это тот, а? Вообще внизу тоже. Тоже под землей, да? Да. Даже наверху. Да уж. Вот это местечко. Ничего не скажешь. Ну давай, забирайся. Хоть тут не тупи. Так, я вернулся, а дальше. So the orcs have musicians among them. Hardly. Uruks are made for warfare, not artistry. Паучок. Вот и он. Как глубоко он был спускаться ради этой фигни. There is a beauty even in violence, but there is no beauty in tyranny. In the rule of one, that is why he must be stopped. I saw a battle upon a tower. I saw the Dark Lord defeated and a Bright Lord take his place. But the world... Ух ты. А в кровище все. Кого съела? She turned away from Sauron, as did I. Взял кого-то съела. And yet she cannot see that. She fears you. She fears what will become of Middle-earth when we defeat him. Какая мелкая приросовка, даже... Просто телепортироваться не могу. Да быстро передвижение-то. Боже мой. Ого, Скоримчик, видели там шлем Скоримчик. Таргоров, we call you to the shallows. Rise and join our glory. Rise and join the Shadow's army. Come to us. Rise. 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 What do they unearth? They are summoning death. But it will be death for all. Я хотел посмотреть.
What an honor to meet the most famous dead man in Mordor. You really shook the world with that ring-forging trick of yours. After that, Targoroth only needed a little coaxing. Now, it rises to the surface, and it comes for you. Don't be sad. It doesn't end here. I will wake all the dead of Mordor before we're done. All the lives you ended. And once they're risen, who do you think they'll come for? Oh, yes, we'll meet again. No. Swallowed by the darkness! Вот так вот. Все, все год. Ты тут кто там появился? Сел спрыгнуть. И кто там? This foe is beyond us, Celebrimbor. Not with the spirit of Carnan at our side. Woken by death ring, flames burn us. You woke him. You woke him. Я его не пробуждал. На меня не гоните. Back to pitted sleep. We bury again. You trespass my dominion. Okay. Мимо
Ой, за спину зайти. Ой-ой. Ой-ё. Ой-ё. Ой-ой-ой-ой. Чё за фигня? Ой, спина. Аккурат. Раз как-то долго. Я вообще ему урон сделаю? Нет. Мне кажется, у нас слез все. Ну, очень похоже на него. Вообще ничего не происходит, понимаете? Ну, не пока вообще ничего не происходит. Нет, ну нашел, смотри как. Бегает, что ли? Да, бегает. Сорян, я тебя выстрелил. Ну прикольно будет. Говорю, что его не победить, еще сложно. Чуть-чуть осталось. А как его убивать, знаем. Так что погнали.
one. She is truly a power to be reckoned with. The spirit of Karnan has witnessed Middle-earth's devastation and its revival many times over. She was here before any of us, and she will be here long after we have perished. Ну так вот. Это задание, ты, конечно, ничего не скажешь. If we do not stop Torgoroth, it will venture far beyond Mordor, to Rohan and Gondor. That cannot happen. Ну, табахина всех вынесет. Даже не моргнет. Просто возьмет и всех вынесет. А мы единственный, кто может и остановить эту фигню. Как, в общем-то, всегда. Чуть-чуть осталось, а факса нельзя. Не пугаться просто так, what the fuck. Так, захват. Та башня смогла вычислить там, который около ее стоит. Фигня. Тут вход есть в нее, в эту пещеру. Тут у нас что? Давайте его откроем. Угу. Вот так вот. Так, и нам куда-то вот сюда. Вот так вот. Теперь у нас это место доступно. Все зашибись. Тут еще есть. Это прям в пещере находится их база-то. Ничего себе, приехали. Ну что, придется тащить сто, что поделать. Саурон understood that power did not come from arms, but the willingness to sacrifice, to lie in wait. This is the truth he taught me. And so I lie in wait. And when the day comes, I will make my sacrifice. Кадры такие. She sacrificed the ring. She gave it to us. There is calculation in her every move. We can never trust her. Wait. I smell something. So,
где-то наверху. Уже наверху никого нет. Там вообще никого. Это вообще возможно? Насколько это редкая фигня, что там никого нет. Что-то всего мало в этом мире. Хотя мир... А хотя фиг знает, может же и правда меньше, чем прошлое. Так, у нас... Я не знаю, как мне с орками потом поступать. Such strange clothing. And yet to the men of the south, it is as ordinary as your tunic. Only distance makes this pressure. You maggot! How nice you'd rather play with trinkets than fight us. 34-й уровень. Just wait until the others hear about это локация такая будет, сложная. Никого захотеть не смогу. Вот армия. Слушай, я только 30-й. Намного больше уровней. Намного больше. Поэтому надо сейчас проведем сюжетное задание. Вот. Потом может еще будет посохватывать территорию. Would be relief to these men. The purpose of this camp is torture. Господи. I don't know why we had to come all the way to Logbos where this will punish my feet like this. Orders is orders. If he can lead us to more of these pigs, then it's worth it. Why? Just get them where you find them, I say. Хотя мне лень. Знаете что? Не лень. Их спасать. Десатуры. See you, and they get the idea they're going to be saved. But no one's going to be saved. Least of all you. Stand, man of the West. You're going to tell us, man, swine. If this isn't fate. Then I don't know what is. You, me, a death camp. I wouldn't change a thing.
Первое, пошел. О, он еще и крыса. Зашипись, да, давай это смывайся. Может, дадите мне стрелу? Кто тут смеет меня стрелять? Так. Тоже мой. О, две крысы разом. Зашибись, народ. Это победа. Знаешь, вообще смысл их уже спасти? Подожди, еще один камень отваляется. Подожди-ка. Сенсит война. Ты ранен. Это ничего. Ты спас нас. Again. You were right. Staying in Mordor is certain doom. But I cannot leave. My lady. My lady. We will be doomed. Together. Готово. Так, у нас уже две крысы есть. О, железная стража. Тут еще прокачаны. Смотрим. Чьи крысы у нас? Этого. Все мы уже виделись. Сколько у них подчиненных-то, а? Ничего себе, где еще один вождь находится. И только два. Этим потом займусь я. Потому что... Чтобы ваше время не тратить так... За следующую серию запилю под это. Тут что у нас? Даже не знаю, что качать уже. Тут есть, тут есть. Ладно, давайте теперь сюда что-то поставлю. Заморозка на месте. Пусть будет. Так, на карту идем. Так, нам куда? Тут у нас собирательный контент. Хочу его взять.
Да-да, сейчас пройдем сюжетку, соберем весь контент. А потом в следующей части будем тупо армию устроить и захватить на территорию. Мы уже начали нормально, кстати, так что... А сложности в плане захвата не должны зайти. Я могу тут, конечно, появиться, но это вряд ли. Плюс у собирательного контента мало, так что ничего страшного. В этом не будет. Ага, вот ключ. Это проблема, да. Это уже проблемка. Нам сюда можно еще отправиться. Если этого задания будут легкие, даже я в этой серии успею их сделать. Deep underground, coveting their treasure. Ну, это недалеко. То есть километр это недалеко. Ну, это, наверное, даже не метры, так что. Здесь так разнять, да, это может даже в плане километра быть. Как она мне дойти отсюда? Так, какая-то фигня, да? О, кто тут? Неприятные вещи были. Вещички тут мне ждали, но ничего. Кто-то уходит. Куда, непонятно. А я уже все исследовал. Че, в это все равно потащимся? Ну да, тащиться уже все равно некуда. Что тут я уже все собрал, тут осталось две штуки, и еще мне надо тут эту захватить. Ну, наверное, в первую очередь будет у нас вот это. В первую очередь, точнее. Дропчик тоже можно так собирать. Но все равно по пути. И лишние камушки нас... Ничего. Ничего нам лишнее не сделают, нам просто же улучшат всю ситуацию. Чем больше лишних, тем лучше. Вообще лишних камушков там нет, что я говорю. Опа-на. Ничего себе, приехали. Да уж это... У нас есть, да, там время? Бениас. Элвы — это воплощение благости. Но мы были взяты с этим красивым визитером, bearing gifts. Чем больше ты, тем больше ты хочешь.
понимаю, сейчас найти место. Это сюда надо сначала взрыв сделать. Сейчас всех, они же в куше, если там все там специально сделали. И там типа есть бочка, ее надо будет просто взорвать. Сначала привлечь, а потом взорвать. На Г надо нажимать, а не на Z. Сейчас опять будет 20 миллионов часов, потому что я не нажимаю не на те кнопки. Боже мой, как же это бесит. Бениас. Elves are the embodiment of grace. Yet we were taken with this beautiful visitor bearing gifts. Погнали. Да. По мне попали, когда они умудрились. Так, хорошо. Что мне надо сделать? Что, все умерли так, как надо. Ну там надо и все привлечь сначала этим тигром. Вот он этим.
Это мне повезло. Это все то, что надо. Ой. Не, не то. Я это сделал. Ну так что тяжело было. Последний там 15 штук. Я убил. Да, наверное, даже и 20 штук я убил просто с руками. Остался. Вот и руком. А чё он типа... Завершено, это всё правильно. Мне казалось, что надо переходить, ну, перепроходить ещё раз. После того, как ты уже прошёл. Ну, я думаю, что это не так. Ну, что-то такая туповатая есть, правда. Да скажу, когда вы пройдете все на идеал, то вы получите еще редкую руну. Вот я и думаю, может надо перепроходить еще раз, только там уже получить эту руну. Дерви. Домтин, Домонтин. Это где разные штукенцы? Три. На засках хочешь. И так и выкручивайся. Так, ладно, погнали за этой фигней. Почему я должен таскаться, если я исследую вот эту территорию, почему я должен таскаться на другую сторону города? Сюда не надо. Ой. Что за прикол? Мне это не устраивает. Вот, там это средний кристалл. Надо его взять. Вот она находится, валяется. The orcs can temper a blade, I'll give them that. They produce weapons in mass, but they give little care to each one. Так, еще три штучки осталось. Прикольно. I'm surprised this necklace isn't hanging from some orc's neck. Perhaps their stubby fingers cannot work such a delicate clasp. Ладно, костер от напал, где никого нет. Зато быстрое передвижение. Так, смотрим, что у нас тут. Что за... А тут у нас будет интересно. То есть уже все знают. Here in Mordor, loyalty passes from orc to captain to overlord, and the chain of loyalty ends in a ring of power. А-а-а. Ага.
Heed my command. Abdicate your will. Боевое подчинение. А что это означает? Боевое подчинение. Wait a second. What? Это что означает-то? Я это сделаю? Может, мне скажут сейчас, как бы боевое подчинение? Wait, what? Понятно, когда вы набираете вот эту красную полосу, так, ну, до половины, по крайней мере, наша стоящая, до половины, тогда вы можете нажать на букву C, я сейчас успею, может, даже покажу. Я не успел. Нажимаю СНЦ и... Вот. И все. Во время боя. И вы получаете это все. Ну, это было легко, если знать, конечно, что делать. Ну, я это просто не использую. Это полезно, типа. Но, ё-моё, это не для меня. Я пользуюсь одни и те же все время. Даже не пытаюсь поменять стиль. What? Have no loyalty. Their wearers and their makers would do well to remember this. Да, все учиться. Вот, ну, вот эта фигня, конечно, она сильно, как она называется? Красная полосочка, короче, буду я так. Эта фигня, она очень такая сильная. Надо сейчас посмотреть, выучить все. Ну или, по крайней мере, все полезные возможности. Потому что, ё-моё, ну это фигня-то пупена. Этот вход. Это в здание, что ли, там? Вход не или чё? Здесь где-то. С этой стороны. А, вот, походу, нашел. Это не туда ведет. Или это, да, это другая пещера. Да, это ведет именно в то. Мне надо и в эту. Нашел.
Так, как эта бумажка по приглашению на турнир? Гость, это понятно где? A treatise on fine swordsmanship. All too rare in these times. Such grace is lost on the denizens of Mordor. Тарьер. Еще две слайс, непонятно где, конечно. А ну да, в замке. Я еще. Так раз, ну да. Ну все тут. Вообще все тут. Да погнали, что делать? Сейчас соберем. Я эту фигню стишком сгадать. Опять. Я, конечно, ее разгадаю, только у меня может уйти именно так. 6. Пока подберу все правильно. Просто я сначала беру, что возможно подходит. То есть сначала беру, что точно подходит, потому что ну, логично. А потом возможно, а потом я меняю местами те, которые я был не уверен. В которых, точнее. Вот. Так я и работаю с этой фигней. Так, найти. Аж сокровище. These were the words that freed Gondor from its kings. And yet the steward rules from a throne room, does he not? It's scarcely different. Сколько тут сокровищ у нас? А чуваки с дастропом тут гуляют и гуляют. Так, смотрим. Наша следующая цель. Вот. Как про забрался. Так, что у нас? Ух ты, какой кубик. Вот так вот, теперь у нас. What did this device do? Probably nothing. The Numenoreans experimented too much and perfected too little. Че у нас такая фигня, которая нам выдавать запутка на дрот. This will slow down their machinations. They rely too much on contraptions. The talk is hiding round here. Тут на арене. Собраться не смог. Ух ты. Это может означать, что я себе такое приглашу себе. Или с собой заберу, это будет все. Для него это будет просто катастрофа. Стороне должно быть. Да. Почти в ту сторону пошел, почти. Чуть-чуть ошибся направление. Так,
Потому что на крыше ничего нет. Ничего не за заводы-то такие. Заводы такое время. Можно телепортироваться сюда. Сейчас сделаем это и получим... Да. Получим только рарную вещь. Легендарную, точнее. Руна это значит... Нет, стоп, вот. Ладно, ничего. Я, походу, сам туплю уже. Ладно. Окей, это было сейчас самое легкое, что я только сделал. У меня была только одна. Даже это мы можем ошибкой даже не назвать. Особо. Меч. Ух ты. Опа-на. Что надо насчет? Ух ты! Да, тут можно их делать и делать. Скрафтить, поставить. Тут осталось. Но с этой сейчас ничего не сделаю. Че, тут у нас локация, именно исследований планеты все фигни, так называемые. Все сделано. Единственное, что осталось, захватить территорию. Ну и еще здесь надо будет потом сделать. Здесь то не обязательно. Тут главное, типа, территорию захватить. Ну, народ, давайте пока. Увидимся в следующей части.